Красавцы! А теперь все вместе давайте замрем в предвкушении этого замечательного момента. Потому что они смешивают так. Москва, привет! Вот такой вот перформанс. Концерт на лодочке. Ну что, как, вас не укачало? Попрошу, пожалуйста, не свалитесь за борт, бля. Я понимаю, вы любите слэмиться, но постарайтесь хотя бы, чтобы хотя бы один упал, не все, ладно? Че, как настроение, Москва? Хуёвое, я понял. Что у нас тут? Так, я смотрю, у нас тут вот мальчики и девочки в балаклавах. Это значит, что вы рейверы, да? Любите, значит, таблеточки? Ну, дальше сами знаете. Разъебитесь под песню «Аспирин» просто. Закрывает дверь в любой день.
вот тут... А, плевать не буду. Смотрите, смотрите-ка, вот тут вот парень поднял руку, взял самый дорогой кальян в моей кальянке недавно. А дайте поаплодируем ему, просто охуенно. Герой, просто герой. Герой, да. Приходи еще. Также я смотрю тут Пистенков, который написал бит на песню Pink. Поаплодируйте ему. А еще я вам сейчас дам водичку, и кто хочет пить, пейте по глоточку, передавайте друг другу свои бациллы ебаны. Знаете. Пока одну, дальше будет, еще вам передам, ребята, не ссыте, все будет нормально. Как мы будем срать, если воды нету? Только не ссыте в реку, ладно? Ну, в туалет отходите. И не вывалитесь нахуй за борт. Самое главное. Знаете такого диджея Серу?